Корпорация Тяньши. Тяньши – это многоотраслевой транснациональный гигант, производящий продукцию высоких технологий, совмещающий в себе научные исследования, промышленное производство, торговлю, сферы недвижимости, образования, культуры, сервиса, туризма и транспорта. Главный офис корпорации находится в столице Китая – Пекине. Производственный комплекс размещен недалеко от Пекина в Уцинской зоне развития новых высоких технологий города Тяньцзинь в 50 километрах от Пекина. Производственные площади корпорации занимают 260 тысяч квадратных метров. Вторая производственная база находится в Соединенных Штатах Америки в городе Сиэтл. Третья в Малайзии, в городе Куала-Лумпур. В состав корпорации входит более 10 предприятий, таких как главная компания экономического развития, компания биоинженерии, университет Тяньши и другие. Корпорация Тяньши родилась в Китае в 1993 году. Создатель Тяньши, а ныне президент корпорации, господин Ли Диньюань, поставил великую цель – служить обществу, приносить людям здоровье. $8 миллионов компания инвестировала в покупку патента по изготовлению биологически активной пищевой добавки биокальций. $3 миллиона были вложены на строительство производственной базы, и одновременно был образован огромный научно-исследовательский центр, в котором обновляется техника и разрабатываются новые продукты оздоровления. В 1995 году корпорация внедрила в действие метод прямых продаж, благодаря которому объемы сбыта продукции быстро возросли. Так, в 1996 году было продано продукции на сумму $80 миллионов, в 1997 году на $265 миллионов, а к 1999 году объем продаж по всему миру составил $1 миллиард США, и количество дистрибьюторов достигло 3 миллионов человек. Всего за 6 лет компания Тяньши освоила международный рынок. Филиалы компании открыты в более чем 90 стран мира на всех 5 континентах. Сегодня Тяньши – это передовая транснациональная корпорация, бесспорный лидер в индустрии MLM, охватила глобальной маркетинговой сетью 170 стран мира, внедрив элитные марки своей продукции. Количество дистрибьюторов превысило 8 миллионов человек. Основные фонды компании превышают $1.5 миллиарда США. Десятки миллионов долларов компания выделила на благотворительность по всему миру. По оценке международных кредитных организаций, корпорации Тяньши присвоена высшая степень по надежности капиталовложений
за все время существования компании у нее не было и нет долгов. Знания китайской народной медицины с ее 5000-летней историей, передовая технология явились залогом успешного развития корпорации. Новейшее производственное оборудование и технологии, закупленные в Германии, США, Италии и других развитых странах, соответствуют международному стандарту GMP, что позволяет получать высококачественный и эффективный продукт. Корпорация создала строгую систему контроля за качеством выпускаемой продукции. Продукция Тяньши прошла проверку по международной стандартизации качества и имеет сертификат ISO 9000-9002, а также получила сертификаты по системе FDA в Соединенных Штатах Америки. Многие продукты Тяньши удостоены международными золотыми наградами. Корпорация Тяньши получила от Всемирной организации здравоохранения награду за вклад в оздоровление человечества и диплом, подтверждающий экологическую чистоту продукции. Диплом от Международной Российской Академии по делам авиации и космонавтики за наилучшую продукцию здравоохранения для космонавтов. В 2001 году Тяньши была занесена в Золотую книгу России в раздел «21 век. Элита бизнеса» как компания с безупречной репутацией, которая внесла огромный вклад в развитие экономики России и оздоровление россиян. В том же году вручена золотая медаль имени Мечникова за практический вклад в укрепление здоровья нации. Несколько лет назад корпорация Тяньши создала в Америке свой крупный веб-узел, а сейчас создает свои электронные представительства и в других странах. Использование возможностей сети интернет позволило связать в единое целое управление, поток денежных средств, информационный поток, сеть человеческих ресурсов, ведение документации, обучение и сервисное обслуживание. В 2002 году корпорация Тяньши стала членом Организации Объединенных Наций и получила статус официального поставщика продукции оздоровления в Центр программ ООН. В корпорации Тяньши в лице компании Publicity and Promotion создана уникальная система профессионального обучения, которая дает возможность абсолютно с нуля, ничего не зная об информационном бизнесе, стать профессионалом и зарабатывать те деньги, о которых мы можем только мечтать. Путь к успеху невозможен без серьезного профессионального роста, поэтому главным фактором системы обучения является всестороннее развитие дистрибьютора, от новичка до профессионального бизнесмена. С этой целью компанией Publicity and Promotion введена крупномасштабная программа по привлечению на конкурсной основе систему обучения корпорации Тяньши лучших дистрибьюторов всех рангов из разных регионов. И как результат, создание совершенно нового института знаний, состоящего из генеральных инспекторов, инспекторов и лекторов по обучению, которые, пройдя профессиональную подготовку и используя накопленные знания лидеров корпорации, разрабатывают обучающие программы для дистрибьюторов разного уровня квалификации и внедряют их в регион. Таким образом, где бы вы ни были, с помощью компании Publicity and Promotion
вы сможете получить стандартную и достоверную информацию о корпорации, ее продукте и узнать о всех возможных путях достижения успеха в бизнесе Тиньши. Тиньши разработала для дистрибьюторов льготную систему вознаграждения. Пользуясь современной вычислительной техникой, ведется статистика о результатах работы каждого сотрудника, а вознаграждение выдается всегда в полном объеме и в срок. Улучшить собственное самочувствие, заботиться об окружающих и одновременно иметь стабильное дело – это замечательная реальность, которую современное предприятие дает каждому человеку. Тиньши для выдающихся дистрибьюторов в целях вознаграждения вручает такие подарки, как автомобили элитных марок, роскошные катера, замечательные самолеты и даже виллы. Тиньши дает шанс каждому человеку. Призовой автомобиль, катер, самолет или вилла от компании Тиньши. Сначала это кажется странным. Все дело в том, что это и есть часть философии президента Ли Диньюаня. За постоянную самоотдачу и долгосрочное сотрудничество с компанией дистрибьюторы имеют право на особую премию. И это не великодушный жест щедрого президента Тиньши, а всего лишь часть четко просчитанного маркетинга с учетом прибыли от оборота. На сегодняшний день подарено более 500 автомобилей, более 100 катеров и самолетов, десятки великолепных домов. Все эти достижения иллюстрируют огромный потенциал, надежность, стабильность компании Тиньши, партнером которой вы можете стать. Каждый день жизнь дает нам шанс. И наше право воспользоваться этим шансом. Многие люди обвиняют в своих неудачах всех, кроме себя. Но в жизни побеждает тот, кто хочет победить, тот, кто принимает ответственность на себя. Сегодня Тиньши дает вам шанс стать здоровым, счастливым, успешным и финансово независимым человеком. Это ваш блестящий шанс.
самое низкое. В процессе жизнедеятельности человеческого организма кальций играет важнейшую роль. Кальций является пятым жизненно важным для человека элементом после кислорода, углерода, водорода и азота. Это король биологических веществ. Кальций не только укрепляет костную ткань, он выступает как движущая сила метаболизма. Ионы кальция имеют размеры, позволяющие входить в клетку, неся с собой цепочку питательных элементов, взаимодействовать с другими веществами, обеспечивая организм энергией для жизнедеятельности и роста. Кальций – источник жизни. Он нормализует обмен веществ, работу нервной системы, сердечную деятельность, работу опорно-двигательного аппарата. Но физиологические эффекты кальция заключаются не только в этом. Он оказывает глубокое воздействие на здоровье человека и продолжительность его жизни. Кальций играет большую физиологическую роль на каждом этапе развития человека – с момента зачатия и до совершеннолетия, в юности и до самой старости. Вы видите, как происходит кальциевая вибрация, которая стимулирует яйцеклетку, делая возможным оплодотворение. В процессе зачатия кальций обеспечивает энергию для продвижения сперматозоидов к яйцеклетке. Когда сперматозоид достигает яйцеклетки, происходит оплодотворение. В этот момент яйцеклетку окружает субстанция, основным компонентом которой является кальций. Так зарождается новая жизнь. Самые древние коралловые полипы поглощали кальций из океана и откладывали его. Таким образом возникли коралловые острова. Эволюционируя из кишечно-полостных моллюсков, они поглощали кальций из морской воды, формируя раковину, которая защищала бы их тело от внешних воздействий. В дальнейшем эволюция привела к возникновению позвоночных, рыб, рептилий, птиц и млекопитающих, у которых из кальция формируется скелет. На следующем этапе эволюции, связанном с происхождением человека, развитие скелета обеспечило способность к прямохождению и стимулировало развитие мозга, вместилище человеческого разума. В период интенсивного роста организма масса скелета ежедневно увеличивается на 20-30 грамм. Первые 6 лет жизни – это период наиболее активного метаболизма кальция в человеческом организме. В этом возрасте его необходимо в 2 раза больше, чем в период формирования костей. Достаточное количество кальция в детском возрасте определяет и дальнейшее здоровье зубов. Дефицит кальция до 18-летнего возраста негативно отражается на процессе роста. Дети с самого рождения и до 18 лет должны принимать детский кальций. С 18 до 30 лет масса костей в организме человека продолжает увеличиваться и достигает максимума 35 годам. С 35 до 50 лет масса скелета начинает уменьшаться, а с 50 до 70 этот процесс становится более интенсивным. Эта потеря кальция в течение жизни связана с возрастными изменениями в обмене веществ. А теперь о влиянии кальция на организм беременной женщины. Начиная с 3-го месяца беременности, потребность зародыша в кальции значительно увеличивается и удовлетворяется за счет матери. Уменьшение количества кальция в организме беременной женщины в дальнейшем может осложнить роды, привести к деформации таза и потере зубов. Кроме того, это может привести к неправильному формированию плода. В период беременности женщины должны получать дополнительное количество кальция, начиная с 3-го месяца вынашивания ребенка. В период кормления грудью расход кальция в организме матери также возрастает. Недостаток кальция в организме кормящей матери
представляет серьезную угрозу для ее здоровья. В дальнейшем это может привести к снижению иммунитета, дисбалансу в организме, преждевременному старению. У женщин, начиная с 35-летнего возраста, снижается функция яичников. Они перестают вырабатывать достаточное количество эстрогенов, гормонов, принимающих активное участие в процессах костного метаболизма. Костная ткань женщины в результате дефицита эстрогенов теряет кальций. С возрастом у женщины снижается способность всасывания кальция кишечником. Это также ведет к дефициту кальция в организме. Недостаток кальция может привести к серьезным заболеваниям. Мышцы осуществляют кинетическую функцию тела человека и работу его внутренних органов. Работа скелетных мышц обеспечивает движение тела, а гладкие мышцы обеспечивают работу внутренних органов. Свободное передвижение человека обеспечивается стимуляцией скелетных мышц, которая осуществляется ионами кальция. Их определенная достаточная концентрация влияет на сокращение и рост скелетных мышц. Как главнокомандующий, кальций обеспечивает направление всех движений человеческого тела. Во время сокращения мышц, когда активизируются нервные волокна, ионы кальция попадают в клетки. Кальций, накапливаемый в мышцах, хранится в миоцитарной защитной оболочке скелетных мышц. Миоцитарная оболочка – самая важная транспортная система для передачи ионов кальция. Когда скелетные мышцы находятся в возбужденном состоянии, кальций попадает из миоцитарной оболочки в клетки. Повышение концентрации кальция в межклеточной жидкости ведет к мышечным сокращениям. Весь процесс происходит за очень короткое время с большим расходом кальция. Если по какой-то причине кальциевый баланс нарушен, мышцы могут утратить свои свойства, и человек потеряет способность координировать движения собственного тела. Кальциевые соли, содержащиеся в костях, делают их крепкими, что дает возможность скелету выдерживать массу тела. При недостатке кальция в костях нарушается процесс метаболизма. Это остеопороз, возникающий в результате длительного периода дефицита кальция в организме, и следствием которого являются частые переломы. Важно отметить, что переломам костей подвержены не только люди преклонного возраста, но и люди в расцвете сил. В период восстановления таким людям потребуется особенно много кальция, чтобы ускорить заживление перелома. Плохое питание и недостаток солнца могут замедлить процесс проникновения кальция в нужные участки растущего организма. Это может привести к рахиту, главными симптомами которого являются размягчение костей черепа, грудины, ребер, деформация тазовых костей, искривление конечностей. Остеопороз – это заболевание, при котором человек теряет костную массу, что приводит к хрупкости, деформации костей и, соответственно, частым переломам. Основные симптомы заболевания – уменьшение роста вследствие сжатия позвонков, в которых плотность костной ткани снижена, боли в костях, в пояснице, искривление грудного отдела позвоночника. Поэтому необходима своевременная профилактика заболевания на ранних стадиях развития, качественная пища, обогащенная кальцием и витаминами, а также активное занятие спортом. Все говорит о том, что болезни костей вызваны их потребностью в кальции. Универсальный кальций Тяньши способствует укреплению костных тканей. Далее речь пойдет о заболеваниях иммунной системы, вызванных недостатком кальция. Когда вирусы, токсины или другие вещества атакуют человеческий организм, иммунная система выступает как страж, вступающий в бой с агрессором. Но именно ионы кальция первыми бьют тревогу о захватчике и дают приказы клеткам иммунной системы о том, какую форму принять, чтобы поймать и уничтожить инородные клетки. У людей с дефицитом кальция в организме иммунная система ослаблена, и это приводит к разнообразным кожным проблемам.
дерматитам, воспалению сальных желез, прыщам. Кальциевые добавки, укрепляя иммунную систему, улучшают здоровье кожи и ее внешний вид. Сахарный диабет – это болезнь, протекающая с выраженным нарушением обмена веществ. Из-за повышенного содержания сахара в крови энергия человека иссякает день за днем, как увядающее дерево. По этой причине происходит потеря большого количества кальция. Ухудшение кальциевого метаболизма усиливает симптомы диабета. Для активизации жизненных сил больные диабетом должны корректировать свое питание таким образом, чтобы получать большее количество кальция из продуктов и других источников. Именно с этой целью корпорацией Тиньши был разработан биокальций для снижения уровня сахара в крови, предназначенный для больных диабетом. Он способствует восстановлению и поддержанию на должном уровне обмена кальция, способствует эффективной секреции инсулина и снижению уровня сахара в крови. Кальций играет важную роль и в передаче нервных импульсов. Перемещение ионов кальция между нервными клетками позволяет устанавливать связь между мозгом и внутренними органами. При недостатке кальция эта связь может быть нарушена. Это приводит к повышенной нервной возбудимости, которая проявляется различными симптомами. У детей и пожилых людей – беспокойный сон. У людей среднего возраста – усталость, снижение памяти, подверженность простудам и аллергиям. Поступление кальция в организм способствует улучшению функционирования мозга, тем самым препятствуя нервным расстройствам и помогая в их лечении. Сердце – орган небольшой, но от сокращения сердечной мышцы зависит кровоснабжение каждой клетки организма. Ионы кальция контролируют ритм сердечных сокращений. Попадая в клетку, кальций активирует протеин, который заставляет сердечную мышцу сокращаться, обеспечивая кровообращение. Таким образом, роль кальция неоценима для нормального функционирования сердца. Атеросклероз – это патологическое изменение артерий с отложением в их внутренней оболочке холестерина. Стенки сосудов при этом становятся плотными, неровными, диаметр сосудов сужается, что ведет к недостаточному кровоснабжению соответствующих тканей жизненно важных органов. Атеросклероз сосудов приводит к развитию ишемической болезни сердца, приступам стенокардии, инфаркту миокарда, кардиосклерозу. При развитии атеросклероза отработанный кальций в виде солей осаждается в сосудах вместе с холестерином, что ведет к снижению уровня кальция в крови. Вследствие развития атеросклероза расход кальция увеличивается. Его дефицит в сыворотке крови приводит к тому, что организм вынужден извлекать кальций из костной ткани. Во избежание этого процесса больные атеросклерозом должны подпитывать организм кальцием. Но просто употреблять кальций недостаточно. Главное – это его усвоение. Усвоение кальция в организме в основном происходит в жидкой среде тонкого кишечника. Перед этим пища или препараты, содержащие этот микроэлемент, должны перевариться для того, чтобы кальций перешел в ионную форму. Иначе кальциевое соединение присутствует в кишечнике в виде нерастворимых гидридов. В этом случае кальций не только не усваивается организмом, но и является причиной расстройства функции кишечника. Хроническая диарея может заблокировать процесс всасывания кальция кишечником, что приводит к уменьшению содержания кальция в крови, к спазмам кишечника. К тому же, это оказывает плохое влияние на усвоение других питательных веществ, в частности, полезных микроэлементов и витаминов. Язвенная болезнь желудка характеризуется возникновением язв на слизистой оболочке желудка, вызванных повышенной секрецией желудочного сока, а также уменьшением активности механизмов, защищающих слизистую оболочку, переваривающего действия желудочного сока. Увеличение выделения желудочного сока может быть вызвано нервными расстройствами, дефицитом кальция, нездоровым питанием,
частым употреблением продуктов, оказывающих выраженное сокогонное действие. Дефицит кальция в организме стимулирует выработку ферментов, участвующих в переваривании пищи. При этом количество желудочного сока резко увеличивается, неся серьезную опасность для здоровья. Таким образом, дефицит кальция – один из существенных негативных факторов, влекущих за собой ряд заболеваний. Несвоевременное и недостаточное пополнение кальция обуславливает более чем 160 заболеваний. Поскольку кальций – это минерал, организм не может сам его вырабатывать. Таким образом, его единственный источник – наше питание. Ежедневно взрослый человек должен потреблять не менее 800 мг кальция. Несмотря на то, что кальций в изобилии содержится в различных продуктах, компенсировать его потребность только питанием бывает достаточно сложно. Многие факторы влияют на поступление кальция в организм. Состояние здоровья, способность организма к усвоению данного минерала, особенности пищеварения, привычки в еде, температура приготовления пищи, образ жизни. Поэтому многие специалисты в области питания пришли к выводу, что наилучший способ обеспечить необходимое потребление кальция – это включить в диету пищевую добавку с его содержанием. При этом нужно обращать особое внимание на качество кальциевых добавок. Они должны хорошо усваиваться организмом, содержать витамины и микроэлементы и быть удобными в употреблении. Кальциевые препараты корпорации Тиньши – это натуральные добавки, производимые из экологически чистого сырья, с высоким содержанием кальция, а также выдержанным соотношением кальция и фосфора. Это очень эффективные добавки, которые усваиваются на ионном уровне непосредственно в тонком кишечнике. Это одно из важнейших отличий кальциевых препаратов, разработанных Тиньши, от аналогичных продуктов. Корпорация Тиньши выпускает серию кальциевых препаратов. Это порошок с кальцием, порошок с повышенным содержанием кальция, капсулы с кальцием, порошок с кальцием Тиньши для людей с гипергликемией, порошок с кальцием Тиньши для детей, капсулы с кальцием и лецитином, жевательные таблетки с кальцием Тиньши и также кальций Гайбао. Корпорация Тиньши на основе современных биотехнологий и знаний традиционной китайской медицины производит множество оздоровительных продуктов. Для получения более подробной информации вы можете связаться с дистрибьюторами или с офисами корпорации Тиньши непосредственно. Тиньши поделится с вами секретами Востока, которые очень долго были недоступны на Западе. Мы поможем выбрать вам правильный путь для сохранения и укрепления здоровья. Пусть два ключа Тиньши – здоровье и богатство – откроют вам двери к счастливой жизни!